Зал Дома культуры «Нефтяник» блистает. И вовсе не от декораций, а от улыбок мужчин и женщин Куйбышевского района. И повод серьезный. Их признали лучшими в профессии в акции «Мужчина и женщина года» 2022. Необходимо отмечать людей, независимо от того, мужчина это или женщина, которые действительно этого заслуживают, которые своей каждодневной работой, своей деятельностью общественной, своей деятельностью творческой создают общественное благо, создают настроение людей и вообще формируют то, что в конечном счете определяет развитие территории. Мы можем, например, нашего Куйбышевского района об этом говорить. Надежда Богатова получает награду в номинации «Мастер индустрии красоты». Говорит, быть красивой – одно из главных предназначений женщины, ведь мужчины любят глазами. Визажисту важно уметь чувствовать настроение клиента, быть внимательным к деталям и аккуратным. Я люблю просто общаться с женщинами и нести красоту в наш мир красоты женщин. Стихия Станислава Полихина – организация праздников и постановка спектаклей. Его труд отметили в номинации «Арт-персона». Мужчина – театральный режиссер и руководитель студии в школе искусств. Победа стала для него приятной неожиданностью. Делится секрет его успеха – ответственное отношение к работе. Да, честно говоря, очень удивлен, что меня номинировали. Просто делал свое дело хорошо. Занимался этим с горячим сердцем. Отдавался полностью своему делу, и, наверное, этого оказалось достаточно, чтобы получить такую высокую награду. Поздравления принимают 20 человек, которых отметили в различных номинациях. Предприниматель, человек дела, мастерство управления, социальная инициатива, профессионализм, прорыв года и зажигаем сердца. В числе награжденных – руководители, учителя, врачи, работники сферы культуры и искусства. Целью этого конкурса является информирование нашего общества о тех достойных людях в различных областях – и социологии, и экономики, и политики, и многие-многие. Вот такие неравнодушные, вот такие профессионально высоком плане, люди с активной жизненной позицией у нас есть. Поддержать номинантов пришли родные, близкие, друзья и коллеги. Ксения Баканова, Константин Головин. События.